Здравствуйте, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор покупок из магазина Fix Price. Многими любимый этот магазин, а многими просто ненавистный магазин, потому что как туда зайдешь, глаза разбегаются и начинаешь покупать то, что совершенно не нужно. Но я обычно что покупаю, то мне всегда это нужно. Ненужные покупки не совершаю в этом магазине. Итак, первая покупка очень нужная. Это туалетная бумага Папи. Трехслойная, 8 штук. Мне она очень нравится. Допустим, донести до машины есть ручка. Это производителю большой плюс. И сама бумага по своему качеству мне очень нравится. Бумага мягкая, с легким-легким ненавязчивым ароматом. В 3 слоя. Я считаю, это замечательно. Производитель молодец. И по качеству она мне нравится. Я ее всегда беру, когда она есть в магазине Fix Price. Затем взяла, потому что нужно, жидкое мыло ледяной лайм и мята. Аромат цитруса меня бодрит. И мне очень нравится этот аромат. В магазине всегда нюхаю. Ой, какой аромат. Лайм, прям вот когда вы покупаете в магазине лайм, зелененький, такой хорошенький, и разрезаете его пополам, вот такой вот супер свежий аромат. Мне нравится он. 750 миллилитров, емкость хорошая. Буду пользоваться с большим-большим удовольствием. Затем я купила, пока мое сердце отдано, Pemex активный гель, универсальный. Вот такая вот бутылочка. Всегда в магазине проверяю, открываю и проверяю, сколько залито продукта. Потому что в некоторых бутылочках бывает продукта вот так вот. Бывает так, а бывает еще меньше. Поэтому я всегда открываю и проверяю. У меня вот так. Стирает хорошо, прополаскивается замечательно. У меня нет такого сильно загрязненного белья, поэтому отстирывается на ура. Пока буду им стирать. Очень нравится. Затем губки. Губки для мытья посуды. Нравятся очень именно эти губки. Сейчас я их скрою, потому что мне все равно нужно. Они плоские, но когда они намокают, они такие прям пышненькие, как оладушки бабушкины. Вот. С одной стороны, жестковатая такая, но не сильно жесткая. Деликатная. А с другой стороны, прям губочка, губочка приятненькая. Мыть посуду очень удобно. Ничего не корябает, впитывает воду хорошо, берет моющего продукта в себя замечательно. Ни много, ни мало, как раз, чтобы помыть посуду. Мне нравится и буду всегда брать. Девочки, и вам советую. Не просто губки. Губки, они в себя много берут продукта моющего, и смысла нет. А вот эти вот прям замечательные. Советую вам. Вот она уже набирает форму. А когда водичку в себя возьмет и моющее средство, вообще отлично. Нравится, беру всегда. Так, что я еще взяла? А еще я взяла для нашего мастер-класса с вами. У нас скоро будет долгожданный всеми мастер-класс. Многие меня спрашивают и в комментариях, и на почту мне пишут. Светлана, вы обещали мастер-класс. Обещала после отпуска. Будет. Отпуск прошел. Мы отдохнули, загорели и будем теперь делать мастер-класс. Я купила по 99 новинку. Так, 10 на 15. Вот такую рамочку. Она уже идет с паспорту. Но нам паспорту не нужно будет. Поэтому вот такая вот рамочка.
была нужна. И я даже думала, где же мне такую рамочку приобрести. В Экспрессе не было. А в других магазинах очень дорого. А мы же с вами делаем все бюджетное, поэтому вот такая рамочка 10 на 15 нужна. Здесь даже есть поставить, если мы будем с вами ставить. Открывать сейчас не буду, потому что вот когда будет мастер-класс, тогда и откроем. 99 рублей. Замечательная рамочка. Кто ждет моих мастер-классов, покупайте обязательно. Будет хороший мастер-класс, интересный. Затем я купила вот такую вот расческу. Расческа для волос. Я ее еще видела в Адлере. Но покупать не стала, потому что и так вещей много. А еще, если там покупать и в Фикспрайсе что-то везти, муж бы меня не понял. Поэтому я там просто посмотрела и загадала. Вот приеду, и чтобы у нас такие расчески тоже были в продаже. То, что я загадала, все исполнилось. Расческа. С одной стороны, она сиреневого цвета. Можно сказать, даже фиолетовый цвет. А с внутренней стороны розовый. Ну, все как нам, девушкам, женщинам нужно. Такая жестковатая она, но в меру. Хочу прям при вас. Стоит она 99 рублей. Хочу прям при вас попробовать, как она расчесывает. Да, вы знаете, расчесывает хорошо. Мои надежды на нее оправдались. Буду пользоваться. Нравится. И в дамскую сумочку положить, и дома на комод положить. И пользование ее очень хорошо. Замечательная. У меня она не травмирует ни кожу, ни волос. Вот прям серьезно, специально хотела попробовать в прямом эфире ее. Замечательная расческа. Классная. Что еще я купила? Так, еще я купила маску, бальзам. Ну, не маска, а бальзам. Так как приехали с моря, волосы все равно подвергались солнечным ожогам, потому что солнце яркое, теплое, ласковое. И после приезда с юга я всегда пользуюсь прям усиленно масками. Купила маску, бальзам. Бальзам, и в этот бальзам я еще добавляю, беру плошечку, кладу ложечку этого бальзама и добавляю туда различное масло. Репейное, оливковое, лимонное, любое, какое вы любите масло, оно вместе с бальзамом будет действовать на ваши волосы хорошо. Единственное, что нанести бальзам, капнуть туда, вернее взять чашечку, положить туда бальзам, капнуть туда масло, перемешать, нанести все на чистые волосы и одеть шапочку. Шапочки такие продаются и в Фикспрайсе, и в Бершке, и где угодно. И будет вам замечательное качество волос. Затем я еще также повторила, у меня уже была такая маска-бальзам. Мне она тоже понравилась, и я ее решила еще купить. Также чтобы травмированные волосы привести в порядок. Сразу же после отдыха, если мы займемся волосами, волосы быстро придут в себя. Они будут такие же мягкие, такие же послушные. Замечательная маска. В Фикспрайсе можно пользоваться. И она вместе с маслами тоже делает хороший результат. Что еще я купила? Купила я также, повторила, Ультиме шампунь. Для светлых волос мне замечательно подходит. Цена отличная, так как Магнит Косметик дороже, а в Фикспрайсе дешевле. И этот момент нас очень радует с вами. Правильно же? Мы же хозяюшки, и мы хотим экономить. Вот мы экономим. Покупаем в магазине Фикспрайс. Шампунь мне замечательно подходит для волос. Я таким же шампунем пользовалась и в Адлере на отдыхе. Никаких минусов, одни плюсы. Затем купила каштан и фисташки. В
фикс-прайсе у нас пока есть такой гель. Мне он нравится, он хорошо очищает наше тело, можно сказать. Прям вот и аромат. Аромат такой еле-еле уловимый, фисташковый, приятный. Мне нравится. Пока у нас есть, тоже буду покупать. Цена в фикс-прайсе тоже дешевле. Силит купила. До этого, до отъезда на море, покупала. Все мыло, все чистила. Мне он нравится, как убирает и ржавчину, и доводит краны до блеска. Да и не только кран, можно и плитку на кухне или в ванной. Все можно это попрыскать, здесь дозатор. Мне нравится, как он моет. Не наносит никакой урон нашей сантехнике. Наоборот, чистит, моет, это помощник. Мой, по крайней мере. Нравится, хороший. Так, взяла уже по старой своей традиции мистер Кряк. Тоже нравится. Помогает хозяюшкам убираться в доме. Буду брать пока. Пока есть, буду брать. Потому что заходила в Пятерочку, тоже там дороже. И последняя покупка. Взяла Сорти бальзам с алоэ вера. Посуду моет хорошо, смывается водой тоже замечательно. У меня не посудомойка, у меня ручная посудомойка, ручки мы моем. Не люблю посудомойку, не знаю почему. Мне кажется, чище, лучше и энергичнее я сама вымою посуду. У нас живет не полк народу, не полк людей, а нормально, что я могу после ужина и помыться. Вот если бы была бы рота солдат, тогда пришлось бы покупать посудомойку. А так мне нравится помыть посуду чисто, аккуратно, и энергетику я передаю, свою любовь. Посуде она становится чище, лучше и никогда не бью. Пока ни одной чашечки, тарелочки не разбила. Но это пока, девочки. Ну все, все, мои покупочки, пустой пакетик. Сразу после приезда с моря нужно было купить. Сделать закуп, и мы поехали и купили. Все, пока-пока. А с вами была Светлана.